Впервые в США рассматривают возможность поставок Армении вооружений. Американские политики под давлением Конгресса рассматривают возможность продажи американского оружия для защиты Армении. Об этом говорится в заявлении Армянского национального комитета Америки, ЭНЧА, в Твиттер. Впервые с момента возрождения независимости Армении в 1991 году американские политики под постоянным двухпартийным давлением Конгресса рассматривают возможность продажи американского оружия для защиты Армении от непрекращающейся, при поддержке Турции, агрессии Азербайджана и этнических чисток, отмечается в заявлении ЭНЧА. Напомним, что ранее накануне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению Армянский национальный комитет Америки призвал ее принять незамедлительные меры, чтобы остановить предоставление военной помощи Азербайджану.